Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. Сегодня вечером намечается замечательный футбольчик. А это что значит? Надо успеть в магазин купить пиво, чипсов и рыбки. Дорогой, ты меня звал? Нет, а что? Ну как нет? Ну ты же меня рыбкой называешь обычно. Ага, рыбка. Да-да, барракуда моя. Это, я в магазин иду за пивом. Сегодня просто футбол вечером будет. Ты же не против, да? Ну, конечно же, я не против. Какая ты у меня замечательная, я так люблю тебя. Только если ты пропылесосишь, помоешь посуду и выкинешь мусор. Хорошо. А, и еще один момент. Приберись, пожалуйста, на балконе, а то там уже все паутиной заросло. Такое впечатление складывается, что там Человек-паук завелся. Хорошо, все сделаю. Срочные новости. В Америке резко увеличился процент преступности. Это связано с тем, что супергерой Человек-паук куда-то пропал и не появляется. Его разыскивают спецслужбы ФБР. Hello! Hello? Anybody home? What the f... Тебя колывает! Паутина, мэти, бэй! Ты по голове себе постучи, бэй! Чилесей! Hello! Наконец-то я тебя нашел! Я агент FBI, мистер Джон. Америка в опасности. Тебе пора возвращаться обратно. Ха. Я больше не Человек-паук. Я теперь Человек-паянжу. Wait, подожди, как? Ну, ты же Питер Паркер. Ты кого Питером назвал, эй? Сам ты Питер. Я теперь Петру Паркареску. И живу теперь в самой лучшей стране, в Молдове. О, ну, Спайдермен, ты же нужен Америке. Ой, я понимаю, что я нужен и Америке, я всем нужен. А на кого я свой огород оставлю? О, камон, оставь огород на кого-нибудь другого. Чешни буной. Как я могу на кого-то другого огород свой оставить? Кто так паутиной будет мне виноград подвязывать? Пусть Америку вон спасают другие. Wait. Ну, только у тебя есть столько много суперспособностей, чтобы решить эти проблемы. Ну... Понимаю, что для Америки у меня нет главной суперспособности. Это платежеспособности. Поэтому все. Короче, давай заканчивай. А почему? А на что мне жить в Америке, а? Ну да, продавал я фотки Человека-паука туда в газету. И что я в месяц получал? Какие-то 300 жалких долларов. А я здесь, в Молдове, взял свой фотоаппарат, фотографирую одну свадьбу и зарабатываю больше, чем в Америке за месяц. Понял? Wait. Ты хочешь сказать, что ты на всю жизнь решил остаться здесь, в Молдове? Не-не, ну, конечно, не на всю жизнь. Я вот сейчас себе думаю румынский паспорт сделать, поехать в Германию, устроиться на почту, развозить ее. Потом приеду вот здесь, думаю, на участке, вот такой двухэтажный коттедж один построю. Но жить все равно я в этой коморке буду, потому что кто его протопит, эй? Где логика? Never mind. Окей, а нам что прикажешь делать? Бэтмен тоже куда-то пропал. И где он пропал, мой? Он тоже в Кишиневе здесь. А что он делает? Так же ночью вот выходит, ловит преступников. Таксиста без лицензии, который вот это незаконно якобы таксует. Прикинь, раньше был человек летучая мышь, а сейчас кто? Человек-крыса.
не дает пацанам нормально заработать. О, камон, Спайдермен, твоя суперсила нам очень нужна для борьбы со злодеями. Ой, оставь ты ради бога моей. Суперсила и здесь, в деревне, нужна. Ты шо, мы когда вот сейчас 200 тюков в мотоблок загрузили, моя паучья спина сказала, я худею, понимаешь? Да здесь, если взять, прошивать ряд один 1,5 километра, твой Халк не то что зеленый, синий будет. Окей, я тебя понял. Но скажи мне честно, ты что, совсем ни капельки не скучаешь по Нью-Йорк? Вот тут ты меня, конечно, поймал. Да, скучаю я по Нью-Йорку до сих пор. Я же там мог летать, вот со своей этой паутиной, с небоскреба на небоскреб. А здесь что у меня? Здесь вон, только вон, дом мэра высокий. Могу там пролететь пару метров и все. И то потом мне кричат, эй, Петреску, убери свою паутину. Но я уже привык. Окей, а как же твоя тетушка Мэй? А Мэри Джейн? Мэй. Тетушка Мэй там без меня нормально. У нее пенсия хорошая. А Мэри Джейн что твоя? Мэри Джейн, вот можешь сделать замуж, чтоб утром вот так ложечку взял, и оно как лекарство, а? Думаю, нет. А сделать из виноградного листа голубцы с размером вот так, с мизинчик? No. А сделать холодец кристально чистый, вот как слеза младенца из свиной головы, может? Нет, наверное. Вот, поэтому у меня теперь не Мэри Джейн, а Мэри Чика моя. Окей, я тебя понял. Ты хочешь сказать, что ты готов променять USA, звездно-полосатый флаг, на Молдову? Ой, оставь ты меня, ой, USA, USA. Ты-то говоришь, потому что ты постоянно пил свою колу эту с бургерами. Но ты понимаешь, ты не пробовал в жизни одного. Это он пахарди жен. Это вкус, я не знаю, это вкус жизни. Каждый, кто это попробует, останется тут навсегда. Будь заложником этой ситуации. О, что это ты пьешь? Это какая-то суперсила? А можно и мне попробовать? Может быть, тогда не понадобится твоя помощь? Конечно, можно, вы. Мы молдаване гостеприимные. Заходи. Окей. Звон собери свой. Давай, давай, эй, подвязывай, если хочешь такое же вино, как у меня. Да, вы. Теперь я понимаю, почему ты сюда перебрался. Я, наверное, тоже перееду жить в Молдову на ПМЖ. Давай, давай, работай! А, да, да, работаю, работаю. Все, дорогая, я сделал все, что ты просила. Теперь я могу нормально посмотреть футбол? Конечно, можешь. Только мне помнится, ты в прошлый раз мне обещал, когда был прошлый футбол, сделать полочку и вкрутить лампочку. Да, да. Какая у тебя хорошая память. Ха, ну, получше, чем у некоторых. Ты даже не помнишь дату нашей годовщины. Как это не помню? Все я помню. 5 февраля. Ничего себе. И правда помнишь? Ну, молодец. Конечно, помню. А как такое забыть? Это же день рождения Криштиану Роналду. Си! Ты что-то сказал, дорогой? Говорю, люблю тебя, малышка. Как я мог забыть такое, родненькая моя рыбка? Ну ладно, ладно тебе. Прибей хотя бы полочку. А то толку от тебя, как от спыну в правительстве. Никакого. Ладно. Одна часть на сегодня выполнена. Да-да. Господин Спыну, можно? Конечно. А вы не из этой антикоррупции? Нет. Тогда, конечно, нужно. Проходите. Здравствуйте. Я тату-мастер. Вы у нас на сайте оставляли заявку на тату. Просто я не совсем понял, почему надо было к вам приезжать. У нас просто в офисе все оборудование есть и удобства.
Так, ну, во-первых, я министр, и мне некогда кататься по городу. Мне вот, знаешь, сколько работы? Мне за целый день нужно еще 3 поста в Facebook сделать о том, как хорошо на стране живется. А во-вторых, что значит у вас там это удобство? А у вас есть такое кресло с подогревом, с массажером, а? Есть? А кулер у вас с виски есть? Не. Ну и на кой этот самый, мне нужно было к вам ехать, если у меня все это есть? Так что давайте здесь работать. Да, в принципе, вопросов нет, я и так приехал. Но сразу хочу предупредить, что сделать тату – это очень болезненная процедура. Я тебя умоляю. Вот переговоры с «Газпромом» – вот это болезненная процедура. Как выясняется потом для наших граждан. Так что не пугай меня. Перед тем, как сделать тату, просто для понимания, а для чего вам татуировка? Вы понимаете, если честно, мне просто очень нравится экстрим. Ну, я вот недавно с парашюта прыгал. Так, что мне еще экстремального было? А в пас тупил, Миллеру в лицо врал на переговорах по газу. А? Знаете, какой-то экстрим. А сейчас вот захотелось мне тату сделать, чтобы было стильно, модно, молодежно. Вот. А что вы так спрашиваете, что как будто у вас до этого не было ни одного политика или министра? Да не, конечно, были, ну, знаете еще сколько. Просто они к нам приходят не набить тату, а свести там купола, свести отрицалово. Ты давай мне тут не свести, а тут денег не будет. Давай быстро работай, доставай там эти свои контрафутские. Это что получается? Я исполню сегодня мечту каждого молдаванина. Это еще почему? Ну, в смысле это, набью спину. Чего? Ты давай мне тут это без угроз, понял? Ты мне угрожаешь в моем же кабинете? Я понимаю, что у меня охрана меньше, чем угрозу, но я все равно, буквально одна кнопка, тебя сейчас здесь повяжут на этот вот швейцарский крест. Алло, подождите, алло, Анжела. Подождите, да, это шутка такая. Ну, в смысле, у нас всегда так говорят, там, набью тату, набью спину тату. Ну, я это имел в виду. Это у вас вот такой этот юмор татуировский, не смешной? Абсолютно. А набью карманы с деньгами из бюджета, а? Вот это вот смешно. Ну да, да. Только сразу хочу предупредить, что у меня тату очень дорого стоит. Ой, вот за это вообще не переживай. Это же деньги из бюджета. Я в накладной напишу, что это не краска для татуировки, а краска для того, чтобы еще раз перекрасить гостиницу «Националь». Так что не переживай, у тебя там этой краски до старости хватит. Ну, в принципе, это ваши проблемы. А вы до этого делали тату? Ну, если честно, есть грешок. Я в детстве очень сильно любил пародировать Джеки Чана. И поэтому я его набил здесь на животе и вот так вот пупком игрался, как вместо рта. Я! Смешно было, да. Но сейчас он уже больше похож не на Джеки Чана, а на Ким Чен Ына. Вот. А, это, собственно, есть очень важное партийное задание для вас. Для меня? Да. Нужно срочно убрать Сталина. Как убрать Сталина? Ну так легко убрать Сталина. Я по молодости еще и Сталина набил. А сейчас, сами понимаете, я же в проевропейской партии состою. Ну какой Сталин? Вы что? Ну это будет сложно, наверное. А что там сложного? Ну я тебя умоляю. Ну, ты своей этой головой разукрашенной подумай. Просто усы убираешь и делаешь похоже больше на Чаушеску. Все. Да в принципе попробуем, да, окей. А, еще кое-что. Можете мне, пожалуйста, на веках набить глаза? Вот тут, прямо тут. А это зачем? Ну сами понимаете, все вот эти вот заседания правительства очень скучная штука. Я постоянно там засыпаю. А так, чтобы они меня не палили, хоп, я типа сплю, а типа не сплю. Оп, есть глаза, нет глаз, нет глаза, есть глаза. А? В принципе, это не проблема, но это будет очень больно и буду слезиться глаза. Татуированный ты мой, послушай меня. Я министр инфраструктуры, ты понимаешь, что такое? Я когда на наши дороги смотрю, у меня глаза не слезятся. А ты хочешь, чтобы они слезились из-за каких-то татуировок? Тоже мне, не смеши меня. Ну все, в принципе, задача ясна. Хотя, давайте перед тем, как все сделать, вы хорошенько подумайте. Все, я знаю, что я хочу набить. Доставай все свои эти контрафутские машинки. Есть у меня гениальная идея. Стол не пачкай. Ну все, новую спину готово. Да, точно? Ой, ну потрясающе. Прямо как я хотел. Господин Спыну, а можно еще один вопрос? Да, задавай. А зачем вам такая татуировка? Ну, сам понимаешь, мне уже все достали просто. Каждый день один и тот же вопрос. Господин Спыну, а что это у вас тут? Родинка? А это у вас что, бородавка? Это клещ? Ну, чтобы не задавали глупых вопросов, сразу все всем понятно. Ой, красиво-то. А, ну да, в принципе, со смыслом.
Ну, я пойду. Да, иди, иди. Ой, ну какая красота. Скидку мне только сделай. Деньги у секретарши. Все, дорогая, ну я все сделал. Полочку прибил, лампочку в ванной поменял, у шкафа дверь прикрутил, все, ничего не скрипит. Батарейки во всех часах поменял, даже в тех, что не надо было. Ну, могу посмотреть футбол, ну. Конечно, дорогой мой, можешь. А через сколько у тебя там, говоришь, футбол? Ну, буквально вот 10 минут и начинается. Ой, так замечательно, ты успеешь еще стирку вывесить. Ты что, прикалываешься? А ты что, сама не можешь ее вывесить? Дорогой мой, я не могу, я ноготочки сделала. Вот жду, пока высохнут. Быстрее у меня мозг высохнет, чем твой маникюр. А, да-да-да, дорогой. Закинь, пожалуйста, еще новую стирку. Разберешься там со стиралкой? Нет, ты что? Придется вызвать детектива, чтобы он помог разобраться с этим сложным делом. Ну, конечно, разберусь. Что там, две кнопки нажал, и все, тоже мне. Молодец. Товарищ капитан, здравия желаю. Там это, ограбление произошло, но преступники сбежали с места преступления. Конечно, кто бы сомневался, что у тебя, Василика, преступники скроются. Свидетели есть хотя бы? Ну, есть один. Ну и чего ты стоишь, как тополь на плющихе? Давай, заводи его. Понабирали по максимуму. Давай, заходи. Что это? Чего стоишь? Давай, заходи. Так грубо. Так... Стой на месте, ровно. Я в шоках. Вот этот. Лежал на улице, где произошло преступление. Свидетель, конечно, не первой свежести. Ладно, работаем, все умеем. Мужик, так и что, говоришь, ты видел, куда они поехали, да? Вот, на северо-восток, туда. Все, Василика, вот сюда. Да, опергруппу и на перехват. 5 кварталов в перехвате. Да. А ты давай присядь, мы с тобой еще покумекаем. Опа! То давай только не так близко и на цутыне дыши, а то... А, блин. Так что, значит, говоришь, что видел, что они уехали на северо-восток, да? Нет, я не видел. Я просто в тот момент был временно ослеплен. В смысле? Чем? Фарами, наверное, да? Да нет же! Я был ослеплен этиловым спиртом. Так какого фига ты мне сказал, что видел, что они уехали на северо-восток? Я сейчас целую опергруппу туда отправил, ты нормально? Подождите. Дело в том, что я учуял тоненький аромат наипрекраснейшей замерзайки. Там играл Манели, это значит БВ черный, скорее всего, на латвийских номерах. Но уехать далеко они не могли, потому что я пробил им колесо. А надо давать мне хотя бы пару денег. Василика, ищи черный БМВ с пробитыми колесами, радиус 5 кварталов, латвийские номера, да. Ничего себе, ты прям этот, как бомжуль Пуаро, я вижу. Слушай, раз ты в этом немного шаришь, может, я тебе дам это, глянуть еще пару дел, да, может, поможешь с раскрываемостью. Тут, короче, это было покушение на убийство, улик почти нет, есть только вот орудие покушения, что скажешь? Подождите, это что? Это трос десятка? Преступление раскрыто. Подожди, как ты в этом разбираешься? Младший лейтенант, мальчик дорогой, ты знаешь, сколько я за свою жизнь металлолома сдал? Да меня во дворе Тони Старк называют. Ну, железный человек. Так, ты давай, во-первых, мне тут не заливай. Не младший лейтенант, а капитан, понял? Все, извините. Просто такие тросы больше не производят нигде. Они остались только на одной единственной заброшке. И к вашему счастью, я в ней живу. Значит, это здесь на Ботанике заброшка, это возле Националь. Ага, Националь. Слушай, ну неплохо идем. Мы так сейчас этот рекорд побьем по закрываемости. Так, есть еще одно, смотри, крупное ограбление в этом в магазине бытовой техники. На, глянь. Так, незнакомо. Пылесос давно не видел. Опа, холодильник.
Это же модель 1185. Я с этим знаком. Откуда? Откуда ты знаешь, что это именно эта модель? Просто я буквально вчера спал в коробке из-под этого холодильника. Там она новая. Она такая мягкая, спишь как на облачке. Нашел я ее на, по адресу Дичибал 17, первый подъезд, первый этаж. Преступник живет на первом этаже. Вот это да! Да. Слушай, ну ты прям этот, Коломбо? Вы что, товарищ капитан? Не, о пальто и шляпе еще мечтать? Да я тебе подарю целую гору шляп, слышишь меня? Если поможешь еще с одним делом. Давай. Фальшивомонетчики орудуют у нас в городе. Уже 5 лет не можем его поймать. И производят вот эти фальшивые евро соточки. Да ладно. Так подожди, а что ты взял, что они фальшивые? Это же элементарно. Ну кто дает в переходе бомжу 100 евро? Ну логично. А еще я запомнил его лицо. И могу нарисовать вам фоторобот. Но я очень ужасно рисую. Так, не важно, ты хотя бы приблизительно нарисуй. Только наброски, разве что. Это отвратительно. Это глаза. Хоть что-нибудь. Нарисуем нос. И вот так. И чуть-чуть штрихов. Зарисовочки. Если по-быстрому, то это примерно вот так. Доработайте несколько деталей, и будет похож. Да ладно. Это реально он? Ну, наброски. Слышь, Малевич, ты прям вообще не перестаешь меня удивлять. Офигеть, да мы тут за час больше дел закрыли, чем я за целый месяц голову ломал под этой вот фуражкой. Ну, слушай. Все, как минимум шляпа и новое пальто тебе обеспечено. Договорились? Да, легко. Вот это да. За заслуги перед страной мы вам, господин бомж, вручаем подарок от нашего правительства. Новое элитное жилье. Ну и пальто, и шляпу это лично от меня, как и обещал. Что? Да. Вы серьезно? Это все мне? Да. Что это за хоромы такие вы? Это все мне? Конечно. Боже, спасибо вам большое. Я всех приглашаю к себе на новоселье. Я буду жить тут у вашего этого офиса. Хорошо. Я поставлю чай. Бери квартиру свою новую и... Давай быстрее, мне надо еще проветрить кабинет. О, отлично, успел. Хала Мадрид, вперед Реал, порвить эту Барселону в клочья. О, ты что делаешь? Верни обратно в футбол. Дорогой, я не могу. Я совсем забыла. Это же 386-я серия клона. Я не могу ее пропустить. Да как не можешь? Ну мы с тобой договаривались, ну. Дорогой мой, мы с тобой много о чем договаривались. Вспомни день рождения моей матери. Мы договаривались, что ты не пьешь. Чем все обернулось? Вот долго ты меня будешь вот тыкать носом в это? Ну был один раз, ну что ты до конца жизни мне уже будешь это припоминать? Ты что мне сейчас делать? Ну, дорогой мой, на повторе посмотришь. А ты вот это вот не можешь на повторе посмотреть? Дорогой мой, ну как на повторе? Это получается, я 385 серий зря смотрела? И завтра с девочками на работе что мы будем обсуждать? А если я не в курсе, то я буду молчать, как рыба. Спасибо. Спасибо тебе огромное за шикарный вечер и замечательный футбол. Дорогой, раз ты уже не будешь смотреть футбол, приготовь, пожалуйста, ужин. Все равно целый день сидишь, ничего не делаешь. Клон. О, пиво, рыбка, пицца.